Итак, всем здравствуйте, с вами канал 24, ну что, сегодня мы посмотрим очень интересный модик, который называется у нас Коферал Патрон. Я не знаю, как правильно, короче, но какой-то интересный автобус. Новый интересный автобус, давайте, короче, его посмотрим. Очень интересно, что он из себя представляет, я его никогда в жизни и словом, и духом не видал. Коферал, он так, я так понял, что он называется. Слушайте, по первым впечатлениям уже нравится. Честно скажу, по первым впечатлениям нравится. Выглядит, в принципе, нормально, детализировано, хорошо. Надеюсь, что анимация дверей у нас присутствует, без всяких проблем. Ну, интересно, на самом деле, очень интересно. По кабине. Ну, здесь я так понял, что у нас это скины. Да, это у нас очень множество скинов, которые мы можем, так сказать, сделать, да, на цвет и вкус, как говорится, очень достаточно много скинов интересно. По шасси у нас 4x2, по двигателям 204 лошадки, по трансмиссии 5 передач, по интерьеру. В принципе, интерьер такой самый, знаете, простой, простенький, каких-то определенных, я бы не сказал бы, но качество, в принципе, детализация, ну, нормально, хорошая. Вот это, конечно, очень интересно, почему так просто, реально, просто, вот именно что простенько, как бы, ну, ладно. Покраска, пожалуйста, у нас нету, потому что у нас есть скины. По аксессуарам мало, я так понял, что здесь пассажиры, и, соответственно, мы можем выбрать, куда мы якобы едем. Пожалуйста, на цвет и вкус. Окей, хорошо, внутри. Руль у нас один. И, в принципе, все, больше ничего такого нету. Ладно, принимаем, смотрим. Очень интересный, на самом деле, автобус. Прям такой, прям интересный. Но минус, это не минус. Просто почему так мало всего добавлено. Ну, ладно, не будем сильно, так сказать, говорить там. Что так мало и так далее, нормально. Автобус хороший, видно уже хороший, по детализации нормально. Самое главное, сейчас мы будем смотреть по анимациям. Есть ли у нас анимация и так далее. Ну, обычный звук. Обычный, в принципе, звук. Стоп-сигнал. Я не вижу стоп-сигнал, но аварийка у нас. Не работает. Поворотники у нас есть. Дворники. Одно положение, но у нас они не работают. Или работают? Работают. Чего это у нас не работает? Хорошо, ладно. Нормально. Так, ладно. То есть у нас одна кнопка сразу задействована на две двери. Окей, что здесь? Что на другой тогда кнопке? А, просто стекла. Ну, это стандартный вариант, на самом деле. Стандартный вариант, самое главное то, что есть анимация. Это уже хорошо. Класс. На самом... Очень хорошо, что у нас есть анимация. Потому что бывает, что и не был... анимации нету. Поедем, прокатимся, что он себе вообще представляет и так далее. И уже будем говорить в плане его вердикта, так сказать. На самом деле, ребятушки, на самом... Врежься обязательно. На самом деле... Что могу сказать вообще? Интересно. Модик, конечно, на самом деле. В принципе, в целом, обычный простой мод. Какой-то прям загваски, заглушки и так далее, что-то выразится в плане этого. Я не увидел. Я имею в виду, что каких-то проблем в плане там детализации, там где-то свердит, там пердит, там или типа того, я не увидел. В принципе, обычный автобус с хорошей детализацией. Да, может быть, он простенький, но зато самое главное, что у нас все, что нужно,
все есть. Анимация дверей, пожалуйста. Анимация стекол, пожалуйста, есть. Да, там может быть цвет там и так далее, там не увидели, к сожалению, но нет его, да. Но есть анимация зато поворотников, дворников, все это у нас присутствует. Стоп сигнала, вот то, что я прям реально не увидел. А так в целом вообще прям классный автобус. Очень интересно, очень классно, что выпускается несколько интересных таких, так сказать, экземпляров в плане автобусов, да, то есть очень классно. Молодцы. Прям красавцы, могу сказать. На самом деле класс. Класс, на самом деле. Очень хороший автобус. Покататься на таком красавце, почему бы и нет. Очень классный автобус. Мне очень сильно нравится. И по звучанию, по всему, по детализации, все у нас есть. У нас он даже с Бразилии. Я так понял, что это бразильский, скорее, автобус. Кефирал, возможно. Ребятушки, вот такой у нас модик. Может, это коротко рассказал, но сам факт того, что он, в принципе, нормально себя показал. Мне очень сильно он понравился. Рекомендую по-любому его. Скачивайте, если вдруг что, хотите прям, так сказать, свободу в плане, да, автобуса, просто на автобусе покататься, то не вопрос. Вот такой у нас модик. Если кому интересно, то скачивайте. С вами канал 24, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, не забывайте о канале 24. Всех люблю, целую, увидимся на видосах и стримах. Пока-пока.